Испокон веков сохранение семейных традиций было и остается одной из самых важных ценностей человечества. И сегодня у севастопольцев будет отличный повод вспомнить об этом, ведь мы находимся на открытии семейной тратории Пикалина и ресторана Chicken Chic. Все о курице. Добро пожаловать! У вас такая необычная концепция, у вас соединены два ресторана в одном. Почему такое решение, кому оно пришло в голову и что за идея? Мы представляем молодежный семейный комплекс «Парковый». В нем будут находиться 4 предприятия. Здесь, на первом этаже, мы видим семейную тратарию «Пикалина» и французскую франшизу. Это ресторан, основанный на фермерской курице «Chicken Chic». И также со временем будет запущен второй ресторан с кондитерской «Екатерининская». И думаю, что это будет вино-бар. Здорово понимать, что вот рестораны как-то раскрывают какие-то семейные ценности. Они правда их берегут, потому что здесь у них все действительно очень уютно, очень семейно. Ну, это здорово. Вы уже что-то попробовали? Да, мы уже второй раз сюда приходим. Нам очень нравится это заведение. Нравится, что можно находиться рядом с детьми, когда они играют в это время. Вкусно кормят. Семейный ресторанчик. А с друзьями вы сюда придете без детей, когда детей отправите по бабушкам? Ну да, конечно. Куда с детьми? Почему при выборе заведения для детей? Лояльно к детям. И вот сегодняшний праздник нам очень понравился. Как детей не оторвать вообще? У вас уже 2 приза за вечер. Это у вас много номерков? У нас уже 3 приза. А, 3? А что да, было? Мы участвовали в очень многих конкурсах. Вам понравилось сегодня в Пикалино? Однозначно понравилось. Мы сюда часто ходим и будем ходить. Скажите, а чем особенно ваша курица? Вы знаете, все зависит от продукта. На самом деле мы свою курицу выращиваем сами, вместе с нашими фермерами. И, соответственно, это полезная курица. Это курица, которая действительно полезна и детям, и взрослым. И, безусловно, она вкусная. Она сделана... худеющим. Да. Это белое мясо, то, что действительно используется в диетологии. Мы можем точно сказать, что такую курицу дома вы никогда не приготовите. Потому что использована определенная технология сюмюра, маринада, сюита. И она дальше доготавливается на углях. То, что сделать достаточно сложно. Но все, о чем мы говорим, наш гость получит за 10-15 минут в нашем ресторане. Скажите, пожалуйста, как вы узнали про открытие? Я была в Ялте на набережной, и там была кафешка «Пикалина». Мы туда зашли с подругой, очень понравилась вкусная пицца. То есть вы уже успели познакомиться с кухней, успели попробовать. Как думаете, здесь все будет тоже на высшем уровне, я думаю? Мы уже здесь были с Ромой, поэтому здесь очень вкусно. Любим пиццу есть, но сегодня решили вот бургеры попробовать. Тем не менее, здесь место для компаний, для молодежи. Да, тут можно круто отметить день рождения, можно круто оторваться. Но, блин, сюда очень круто прийти с семьей. У меня нет детей, но вот все теперь... У меня есть курица. Придется заводить детей. У меня пока вопрос. Буду с курицей ходить. Да. Я надеюсь, торт не из курицы? Нет, торт у нас вкусный, кстати. Не уверен. Торт... Вот, идем пробовать. Идем пробовать. Дорогие друзья, раз новые заведения открываются, значит, это кому-нибудь нужно. Ресторан Chicken Chic и семейная тратория Пикалина открылись возле самого популярного торгового центра города, и теперь у севастопольцев появится еще несколько вариаций прекрасного времяпрепровождения. С вами была Геометрия ТВ, Ангелина Остапенко. До скорых встреч. Чем мне нравится этот день? Я вот почему я такой довольный. У меня появился новый друг. Я тебя хочу с ним познакомить. Подожди, ему есть что сказать, посмотрите. Чик. Я думаю, ему нужен отдых. Ну, иначе гостям скоро нужен будет отдых. Червей цыпи, пожалуйста, червей.